фармакологическое действие. Противовирусный препарат, оказывающий противовоспалительное действие. Ингаверин снижает вирусную нагрузку, ускоряет элиминацию вирусов, сокращает продолжительность болезни, снижает риск развития осложнений. Показания. Лечение и профилактика гриппа А и Б и других острых респираторных вирусных инфекций. Аденовирусная инфекция, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, риновирусная инфекция у взрослых и детей от 3 лет. Противопоказания. Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкоза-галактозная мальабсорбция. Беременность. Период грудного вскармливания. Детский возраст до 3 лет. Особые указания. Не рекомендуется одновременный прием других противовирусных препаратов без предварительной консультации врача. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами, не изучалось. Однако, учитывая механизм действия и профиль побочных реакций, можно предположить, что препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Способ применения и дозы. Принимать внутрь, независимо от приема пищи. У детей от 3 до 6 лет, которые испытывают трудности с проглатыванием капсулы, допускается разведение содержимого капсулы в воде или яблочном соке. Для этого необходимо аккуратно открыть капсулу над емкостью с небольшим количеством 50-70 мл кипяченой воды или яблочного сока комнатной температуры. Высыпать содержимое капсулы в воду или сок, перемешать смесь в течение 20 секунд и выпить ее целиком. Допускается добавление сахара. Смесь следует готовить непосредственно перед приемом. Готовая смесь хранению не подлежит. Для лечения и профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций взрослым назначают по 90 мг один раз в день. Детям от 7 лет по 60 мг один раз в день. Детям от 3 до 6 лет по 30 мг один раз в день. Длительность лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у взрослых и детей от 7 лет 5-7 дней, в зависимости от тяжести состояния. Длительность лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у детей от 3 до 6 лет 5 дней. Прием препарата начинает с момента появления первых симптомов заболевания, желательно не позднее 2 суток от начала болезни. Взрослым и детям при выраженных симптомах, а также при наличии сопутствующих заболеваний, болезней дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение, следует принимать двойную дозу препарата первые 3 дня заболевания. Далее продолжить прием в обычной дозировке в течение 2-4 дней. Для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций после контакта с больными лицами, взрослым и детям от 7 лет, препарат назначает в течение 7 дней. Детям от 3 до 6 лет в течение 5 дней. Если через 5 дней лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Условия хранения и срок годности. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года.